Дорогие друзья, всем здорово! Сегодня у нас 14 декабря 2021 год, время 19.50, скоро 19.51. На канале 389 614 подписчиков. Если вдруг кто не в теме, у меня появилась такая определенная цель к Новому году, а именно 31 декабря набрать на канале 400 тысяч подписчиков. Поэтому, если вдруг вы не подписаны и хотите стать тем самым подписчиком, который доведет меня до цели, точнее нас всех до цели 400 к Новому году, можете подписаться. Было бы реально очень приятно, было бы очень сильно, и если все подпишутся, то мы, я думаю, сделаем 400к прям вот очень-очень скоро. Так что, мужики, если вдруг не подписаны, можете подписываться. Все, всем приятного просмотра. Погнали сюда. Ой, мужик, я тебя почесал головку. Извини. Амилов физикоко. А спонсором этого видео является букмекерская компания под названием 1xbet. 1xbet — это самый надежный и проверенный букмекер. Там всегда самые большие коэффициенты и самые быстрые выплаты. Ну и супер новости насчет моего промокода. Теперь мой промокод от 1x дает вам бонус до целых 25 тысяч рублей на первый депозит для новых пользователей. Так что не упускайте свой шанс и присоединяйтесь. Все ссылочки вы найдете в закрепленном комментарии под этим видео. Ой, мужик, ты что-то улетел. На космическую станцию. Так, а можно, кстати, добежать вот без проблем? Вообще на лайте абсолютном, на спокойнике. Да, в этом доме на, походу, крыше. Ну все, умираю. Нет, он тут. Умираешь? Среда перезарядка. Она же долго. Я успею? Файт на 24 года. Кинь тоже C4 и вали отсюда. Бай-бай. Гудбай. Я его испугал, он умер просто. Три часа 15 минут. Меня реально, я вот не шутил, когда, помните, на сегодня на стриме сказал, что я, ну, разминку мне занимает где-то часа 4. Походу, реально так. Это трындец, это худшее вообще, что я делаю. Много, если честно. А, понял, все, удачи в жизни. Так, значит, что могу сказать? Да что за тайминг? Мужики, что за тайминг? Я хотел забрать аптеки, он до этого не пикал, только пошел за аптеками, и сразу он пикает. И даже эта голова, ну, не обработала эту инфу. Друг, да тебя видно, ты рофлишь или что? Ты реально думаешь, что тебя... не видно? Или как? Блин, у меня хп на самом деле на один просто, ну, раз меня пукнут, и все, я умираю. Жду, как бусты сработают. Не, можно, конечно, сделать как-то вот так. Ну так, чисто теоретически. Взять вот так вот коряк. И убить. Ну, это я не хотел делать, потому что, ну, просто скучно. Хотел как-то растянуть файт.
ни у кого нет увилмага. Или я его не вижу, реально никого... О, миномет, кстати, снаряд миномета. Ладно, давайте мы выкинем, потому что реально наихудшее, что придумало человечество. Да это трындец, разминаться по 3 часа. Я просто понимаю то, что да, если я буду ну, до стрима 3 часа разминаться, то у меня будет гораздо больше профита там и так далее. Но 3 часа играть в PUBG без стрима, я в такое не верю. Ну, то есть в плане я бы не выдержал. То есть просто играть, не знаю, ну я бы только подводку в PUBG 3 часа играл. Так, вот этого человека, кстати, убили и его не залутали. Его не залутали. Может быть, да. Угу, понял. Ни одного увилмага, ну как, реально, подожди, стоп, это же... Я же не прошу какой-то сложный увилмаг, обычный, я лупала. О, вот так вот, вам всем триндец. Подскажи, чат Богдан, партнер PUBG? Не, ребят, я не партнер PUBG. Я не хочу оформлять партнерство PUBG, потому что... Ну, то есть я могу это сделать, может быть, мне это как бы сделают. Но просто зачем? Зачем? Я не хочу иметь какие-то обязательства перед кем-то. Типа, если ты партнер PUBG, ты обязан выпускать там видос там какое-то время один там или два, или там стримить тоже. Я, короче, видел там условия, там, ну, есть какие-то штуки, которые ты должен делать. Я просто безмозглый, реально. Как я дожил до своего возраста? Я не шучу, я не понимаю. Ну как? Ну просто идиот! Ну я только что... Ну все, убил, нормальный. Прощен. Как? Я только что положил ловушку с шипами и наехал на нее. Это сколько произошло уже за все время моих стримов? Раза 3 из 3? Фу, боже, там были еще аптеки? Еще могу до зоны не добраться просто. Ага, ну были, понятно. Так, пятерки выкидываем. Буст выкидываем, аптеки берем. 9 вполне. Фу, побежали. Нормально. Самое угарное, что это происходит не то, что я там положил 2 года назад и потом приехал. Нет, я ее кладу туда и сразу еду, наезжаю на эту самую ловушку с шипами. Постоянно, ровно, стабильно. Я клянусь, сейчас я ее найду, я ее кину дорогу, я на нее наеду. Я на нее наеду, и притом не специально. Так, ну четверку мы, наверное, что? Не избавиться от нее, не избавиться. Нужна ли мне четверка? Я сижу, думаю, реально, на полном серьезе. Давайте возьмем, оставим. Даром. Мужик, я не верю, что в твоей ситуации можно выжить. Я реально не верю. Но я бы умер в твоей ситуации. Вот и все. Ну, реально мало было шансов успеть добежать как-то до этого камня. Нужно было, наверное, ему возвращаться под другой камень, то вряд ли бы успел. Короче, да, у него, походу, не было шансов. Это обидно, печально, ну да ладно, в принципе. Так. Восемь аптек, ура, круто. Минус стрим. Машина, спасибо. Это вот просто каждый таксист в Яндекс.Такси. Так, машина. Car, oh my gosh. Beautiful. Beautiful car. You have beautiful car. Тут в кемпе чел или мне показалось? Не знаю, на самом деле тут имеет место быть вообще противник. Но как-то походу нет. Так, ну что? 3-2 раз. Надеюсь, он вот именно наверху горки, а не под горкой. Боже, он под горкой, да. Нет! Да, поешь свинца. Дроп, наверное, как-то лутал, да? Или... Слушайте, дроп как будто вообще не лутан. Такое может быть. Мега интересно, на самом деле, откуда стреляют. Я, конечно, предполагаю. И я, честно, если это чел, ребят, я читер официально. Можете меня называть читером. Лежит посреди поля. Я выжил, боже, я выжил. Ребят, это очень хорошая катка, мне нравится. Не дай бог я ее проиграю, я хочу ее на канал. Я хочу ее на канал. Все, с меня победа. Чел до сих пор лежит посреди поля, что с ним делать? Я же такой... Ну окей, я его увидел, да. А, все, его вальнули. Или он просто так лежит в форме Патрика чисто. Так, энергетики. Блин, очень хочу зажать в эту вот лодку, но мне кажется, меня сейчас в спину кто-то найдет, вот как этот чел нашел. Не буду рисковать. Хочу триндец, не могу, руки чешутся. Давай. Зажим метров 500.
Не, мужики, варианты отсутствуют. Там уже прям колбасит прицел. Без шансов. А, зона, кстати, веселая, я проиграл. Еще не попал, поэтому. Окей, есть баги. Я вспомнил то, что где-то видел сзади баги. Давайте за ней побежим. Сейчас разберемся. Ну тут вариантов, кстати, вообще немного. Они на самом деле отсутствуют, по идее, все. По идее, ГГ. Проплыть не смогу, там вот чел проплыл, он уже будет меня контролить. Мост, скорее всего, занят. Прикольная катка, спасибо за игру, конечно. Мне она реально понравилась, я хотел ее на канал. Но жизнь такая штука, меня никто не спрашивает, что я хочу. На нахрен, это просто вот перед моей смертью чисто испоганил игру мужику. 380 метров, удачи. Может же повезти, реально, просто может повезти, чтобы на мосту никого не было. Ну лодки все украли уже, по-любому. Спасибо огромное. Мужики, вижу. После качки сейчас выиграем и все расскажу, все прочитаю, все сделаем. Прошу, умоляю, ну, на коленях реально стою. Ну что, что еще нужно? Походу, надо его убивать именно. Только так мы сможем каким-то образом пройти. Ой-ой-ой-ой-ой. Попал. Третий шлем. Стой, мысли. Не могу, надо мыслить. Ребята, это очень сложно сейчас, это будет как-то камбэкнуть. Честно, маловероятно вообще. Ладно, давай колеса только не трогай. Ребят, шансов просто нет, но я в них верю, реально. Возможно, из-за смока он меня не увидел. У меня вот в этом был план. Чтоб он думал то, что я... А, 580 метров? Я убил того, кто лежал? Что? Я его убил? Чат? А, круто. А как, когда я его убил? Когда я успел его убить? Все, нас заметили. Мужик, давай, не за спот и иди нахрен. Если я его реально убил, то я точно это хочу на канал. Ну тут нам ГГ реально... Ну почему такая зона вонючая? Жопа просто. Прошу, шанс, хочу шанс. Дай шанс. А, пропал? Сюда! Спасибо, Гонзнешн. Ребят, все после качки посчитаем, я тут бот хочу на видос скатку реально очень сильно. Ребят, того чела на поле вальнул. Я знал, что ты лучше. Тащи. Мужик, спасибо огромное. Я реально не заметил, как я его убил, а что, в килл-чате не было или что? По идее, должно было быть. Почему я не заметил, как я его убил? Ладно, ребят, закрыли тему, походу я просто правтыкун. Ребят, мне повезло, трындец, я вижу, чел убежал, все. Меня просто меня простили, но это правильно. Такое должно быть на канале, и за это реально должны прощать, за вот эту вот эту зону, там не везет. Я ж не виноват, что в чем. Зона от меня не зависит. Это рандом. Если рандому не повезло, пусть завозит игра, и спасибо, что завезло. Но опять же, игра не виновата, я сам молодец. Я кинул правильные смоки, я нырнул. То есть это вот выживание было только из-за меня. Игра, иди нахрен, ты говно. Надеюсь, не задел твои чувства и смогу выиграть в тебе. Фу, мужики, 12 киллов. Ты дал 2 тычки, убил и развернулся на горе чела убивать. А, то есть я еще челика на горе после этого сразу убил. То есть, может, я из-за этого не заметил, что у меня челик сзади начал стрелять. Я еще челика сзади с разворота убил. Ребята, эта катка... Это вообще-то очень красивый момент, наверное. Я потом пересмотрю, потому что я реально... Думал, что я его не убил, я развернулся сразу и не понял, что произошло. Боже, это просто грация. Пожалуйста, можно я выиграю это? Это самый идеальный видеоролик будет на свете тогда. Не, ну момент, по идее, должен был быть красивым. Да, перебегать тут, конечно, прекрасно. Ну, удачи мне, что могу сказать. В среднем в такое время не убивают. В таком месте, точнее.
такое время тоже, ну, сейчас 0.15, в это время никто не умрет. Так, это чел там на поле лежит? Что? Я помню, там, походу, пугало стоит. Я думаю, что это челик, и я ошибаюсь. Блин, то есть я у этого челика на поле увидел с такой большой дистанции. Потом я его еще убил и с разворота убил еще одного. 500 тысяч метров. Серьезно? Ребят, ну за это, я думаю, по-любому надо лайк лепить. Боже мой, сколько коробок. Боже, как обидно, что я только разыгрался. 4 часа уже почти постримил. Это очень обидно. Так, давай, у нас только один выстрел с макапушки. Ладно, предположим, они воюют. Побежали. Сэкономим. Нормальная экономия, успешная. Гоу, проверим край зоны для старта. 6 живых, уже можно просто от киллов играть, то есть просто всех убить. Что там, зачем нам ждать? Только, честно, никого не вижу. Окей, я не вижу, где он. Давай тогда перебегать просто по городу. Ну сейчас реально меня убьет какая-то крыса, наверное. Я прям это чувствую. То есть, ну блин, город, кто-то сидит же. Почему я не вижу? Уже второй противник, который стреляет, и я его не вижу. Это норм? Друг, откуда? Ой-ой-ой. Но это не он стрелял, подожди. Это вот не он. Нам нужен этот дом. Не крысьте меня, ребят, ну, умоляю, реально. Это прикольная катка. Каналу не хватает такого видоса, ёлы-палы. Топ-5. Перс, не застревай. А, знаете, я, наверное, в город не пойду, я тут в этом вот под забором подожду. Мне кажется, тут можно поэффективнее немножко поразваливать. Как-то есть такое микрочувство, что ли? Что? Не заметил его. Ну, конечно, он просто сидел, не двигался. Наверное, тут у него там была снайпа, которая издалека по мне стреляла. Сейчас чисто чек края зоны. Кто знает? Вроде полноценно никого. Так, мужики, ребутаю пулик, короче, пофиг. Надеюсь, не ошибка. Топ-3 уже, два противника. Позиция у меня вроде грация. Чё, гранаты 3. Смоковыстрел у нас имеется. Позиция просто шикарная. Ну, объективно, типа, если только справа зайдут, там уже придется меня пушить, а я думаю, в этой игре вряд ли кто-то будет прям активно пушить в финале. Поэтому мы, по идее, в безопасности. Ну шо? Ладно, я просто жду, мне пофиг, я хочу это выиграть, и я это выиграю. Все, просто ждем. Я просто думаю, каким образом, вот откуда чел за мной прямо сейчас может наблюдать и придумать план, как меня убить. Ну, с крыши, наверное, вот этой. Ну, я думаю, на крыше вряд ли кто-то, меня бы уже убили. А потом сзади, под забором, могли лежать там справа в ямке. Но опять же, какое должно быть терпение у ребят, чтобы не убить этого челика, который сел под забором? В ангаре, возможно. Нет, два противника, где же они, где-то же они есть? Ребят, прикол укол! Мы все где-то рядом, но мы не знаем, кто где находится. Это вообще шок. Так, ну справа никого. Хотя бы шаг услышать какой-то где-то, боже. Ноль, вообще ноль. Оп. Первого убили. Инфу поймали. Подбегаем. Убегаем. Позиция говно, давайте под забор.
Так, сколько? Две гранаты. Блин, продать это я не успею. Да тут можно просто гранатами выкурить с этого ангара, да и все. Оп. Так, оставим грену, короче, на случай зомби-апокалипсиса. Пригодится в будущем. Мираж. Все, мужики, самый идеальный топ-1 на свете. В тот момент я реально провтыкал полноценно. Вот, но мне кажется, на ролике это было красиво. Все, плюс видос. Я хотел его на канал, и он появляется на канале. Поэтому всем, кто вдруг смотрит на канале, ставьте лайки.